Времени уже телефон как зеркало. Мы телефоном спим, телефоном гуляем, телефоном кушаем, телефоном все жизнь идет, друзья, почему-то. Раньше такого не было. Раньше люди общались. Раньше люди обнимали друг друга. Раньше люди потрогали друг друга, чувствовали друг друга. Сейчас это немножко не то. Мне кажется, вот этот телефон, вот эта технология испортили много что-то. Мне кажется, я так думаю, как-то социальные сети, Instagram, Facebook посмотрите, все добрые, все хорошие, все что-то рекомендуют. Так что все врач. Так что поэтому я вам хочу сказать, друзья, надо от этого немножко идти далеко. Жизнь надо посмотреть, потому что вот эта жизнь, вот это банан, вот это гору, вот это море, вот это свежий воздух, вот это чувствовать надо жизнь. Жизнь сам себе надо жить, друзья, в самом деле, потому что это жизнь. Один раз живем, надо жить. Так что с вами город Аланья, район Махмутлар, друзья. И скоро с вами будет срочная одна продажа. Можно ко мне? Ты очень далеко. Я не люблю. Человек как-то далеко. Надо потрогать. Так что срочная продажа сегодня с вами, друзья. Какой квартира, оператор? Студия. 40 квадратный метр. И вот такой потрясающий вид. И бассейн есть. Есть фитнес, сауна. Есть охрана, друзья. Очень хорошо место расположения. Конечно, кому как. Это не центр. Немножко дальше от моря, от центра. Тихо, спокойное место. И с видом на гору банан. Бананы любишь? Бананчики? Обожаю. Почему? Вкусные. Маленькие и большие любишь? Спелые, или длинные? Спелые люблю. Спелые, это что? Когда вкусные, сладкие. Маленькие обычно сладкие. Для меня размер не имеет значения. Ты большой любишь, я понял. Если маленький любишь, человек откровенно говорит, маленький люблю. Короче, можно в бассейне тоже показывать? Конечно, вот это. А, давай отсюда. Очень красивый, очень все вид смотрится на баланчики, на гору. Очень красивые здесь жители. Здравствуйте. Здесь жители живут, отдыхают. Так что, друзья, с вами город Аланья и компания Арбатомс. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья, потому что на нашем канале вы каждый день можете увидеть разные видеоролики для туристской жизни, для новости, новые новости про Аланья, город Мерсин. Между прочим, скоро в Мерсине открывается уже официальный наш новый аэропорт. Чукурова открывается 10 августа официальный. Так что, поэтому это очень большой плюс для город Мерсин. 10 августа Мерсинский аэропорт, самый большой второй аэропорт в Турции, который открывается 10 августа, друзья. Так что, если кто-то хочет в Мерсине тоже купить недвижимость, или кто купил до сих пор, для вас это очень большой шанс и плюс. Да, дочка? Да. Дочка сегодня со мной. Так что, друзья, вот такая у нас жизнь. Это что, дочка? Лимон. Нет, не лимон. Апельсин. Апельсин. По-турецки? По-турецки? Портокал. Лимон вот там, лимон вот здесь. Люди всегда путают. Это апельсин, это лимон. Вот это лимон. Можно, да, сорвать. Да, можно. Очень хорошо пахнет. Так что жить. Очень красиво. Здесь лимон, апельсин, мандарин. Там оливки есть. И здесь бананы есть. Как хорошо, да? Действительно, Аланья очень красивый город. Аланья очень уникальный город, в самом деле, друзья, Турция тоже. Альтернативы просто нету. Я вот недавно был в Европе, действительно, путешествовать, посмотреть можно, но Турция – это природа, Турция здесь история. Турция – это гостеприимная страна, демократическая страна. Турция действительно – это number one. Давайте теперь поднимаемся, посмотрим наши сегодняшние срочные продажи, друзья. Поехали! Мне кажется, иногда очень удобно как-то маленькая квартира, друзья.
Потому что удобно. Все у вас под руках, все рядом, удобно. Например, здесь сидите, напротив у вас телевизор, посмотрите, встаете, и здесь кровать, здесь можно спать. Вот здесь удобно, да? И здесь напротив сразу кухни, и здесь все есть, посуда, бардак, бардак по-турецки, бардак по-русски, эдбе. Стакан, по-русски стакан и тарелька. Что это такое по-русски? Сковородка. Сковородка. Я тоже не знаю, короче. Сковородка, по-турецки тава. Так что все есть здесь рядом, здесь стол. Вот видите, все вот в таком месте. И здесь возле перехожей с правой стороны шкаф. И здесь... Что это такое, Эдбе? Холодильник. Холодильник. Маленький холодильник. А здесь что? Стиральная машина. Стиральная машина. И здесь, и теперь, где пописать туалет. Вот здесь туалет, душ, кабин. Очень удобно, на самом деле, друзья. Если у вас 2 человека, даже 3 человека могут здесь жить. Очень удобно. Студио 40 квадратный метр на втором этаже, город Аланья, район Махмутлар, друзья. Очень удобно. В самом деле, если вы хотите экономно жить, если вы хотите просто жить удобно, чисто, уютно, в самом деле, друзья. Так что мне нравится. Я люблю вообще маленькая квартира. Я не знаю, как вы. Удобно. Все рядом, все рядом. Не надо вот как-то вилла, как-то очень большая квартира. Ходить, друг друга потерять. Где что искать. Это очень, не очень удобно. На самом деле, друзья, это не зависит от деньги. Зависит от человека. Смотри, человек как хочет жить, правильно? Мне, например, вот такой удобно, очень удобно. Все близко, все рядом, кондиционер тоже есть. Балкон тоже длинный, хороший балкон. И самое главное, еще здесь рядом есть ресторан, друзья. Ресторан шикарный, элитный ресторан. И здесь днем, вечером всегда можете найти, кушать, свои друзья можете угостить. Здесь еще есть, что есть, Эдбе, детская игровая комната, друзья, бассейн тоже есть. Все, инфраструктура богатая, в самом деле, еще интернет тоже есть. Вот здесь интернет тоже есть. Очень удобно. Оператор, как раз для тебя, да? Для холостой человек. Так что, друзья, с вами был Асым, ваш человек в Турции, и моя дочка. Сегодня мы вместе что? Время проводим. Так что из Турции, из Алании всем большой привет. Наш сайт arbatoms.co. Можете заходить на нашем сайте, друзья, для разных кошелек вы можете найти для наш, для себе недвижимость. Так что очень красиво. Откуда это нашла? Вот это? Откуда? Ты купил. Можно? Я купил. Как-то я купил, я не помню. Я тебе много что-то покупаю, ты меня не ценишь. Ты меня не любишь. Мало любишь. Дом идет мне. И отличный образ для продажи квартиры. Отличный образ. Да? Хорошо. Всем удачи, друзья. Берегите себя. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и поделитесь нашей ссылкой с своими друзьями. И это срочная продажа. Срочная продажа, друзья. Цена какая? Я знаю. Да. 37 тысяч евро, друзья. 37 тысяч евро это квартира, но это срочная продажа просто, поэтому такая цена в течение 10 дней именно для вас 37 тысяч евро, как вы видите, она так продается. Всем удачи, пока. Все, поехали домой.